Получив оперативную информацию, сотрудники уголовного розыска нагрянули сразу на несколько адресов, где, вероятно, скрывались злоумышленники. В одной из квартир в центре Калининграда полицейские задержали сразу 5 участников воровского сообщества. В ходе обыска полицейские изъяли множество различных инструментов и отмычек, которыми пользовались злоумышленники. Причем домушники не шли в абы какую квартиру, их интересовало только элитное жилье. И из особняков и квартир воры похищали шубы, драгоценности и дорогую электронику. На 2 адресах были задержаны лица, причастные к совершению краж из квартир на территории города Калининграда и прилегающих районов. Также на этих обысках было изъято очень много похищенного имущества. Кроме того, одного из задержанных подозревают еще и в квартирной краже на территории московского региона. Мужчина числился в розыске и после задержания его передали сотрудникам столичной полиции. Принимают здесь всех, что ли? Всего по подозрению в ряде квартирных краж оперативниками уголовного розыска задержано 8 человек. Сейчас полицейские проверяют всех задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям.